Добрый день, меня зовут Владимир Петровский, и я представляю вам проект «Бизнес-дивиденд». Как и обещал, проект изучен, проверен и готов к свежим инвестициям. Чем же вкусен этот проект? Стартовал он вчера, 17 февраля, а это значит, что сейчас именно тот день, когда можно делать самые большие вклады. Срок размещения вклада 24 часа, прибыль от 5 до 50%. Двухуровневая партнерская программа. А вы знаете, что это самая большая прибыль. С первого уровня от вклада партнера вы получаете 10%, со второго 3%. Поэтому приглашайте партнеров и получайте прибыль сразу. Бонус от меня партнерам первой линии. При вкладе $100 я помогаю вам настроить YouTube видеоканал с инструкциями, как у меня. А при вкладе больше $500 я сам настраиваю вам такой канал с вашими данными. Главной особенностью маркетинг-плана – это прогрессивное начисление процентов. Что это значит? Это значит, что ваша прибыль будет расти с каждым реинвестированием вклада. После истечения срока вклада, то есть 24 часа, и начисления прибыли, вклад не закрывается автоматически, а получает статус «доступный». При этом вам будут доступны операции с вкладом. Реинвестиции вклада как с прибылью, так и без. Вывод средств как полностью, так и процентов. Чтобы достичь стабильности проекта, при каждом реинвестировании вклада процент начисления будет расти на 5% до 50%. При достижении 50% прибыль остается фиксированной 50% при дальнейшем реинвестировании. Я инвестировал $100 на 10 дней с автоматической реинвестицией и вклада, и прибыли. Через 10 дней я получу $375. Здорово, правда? А теперь мы посмотрим, как же просто зарегистрироваться в системе «Бизнес-дивиденд». Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться», вводим полное имя, email, имя пользователя, то есть ваш логин, выбираете страну, пароль, повторяем пароль, какой кошелек вы хотите использовать, Liberty Reserve или Perfect Money, ставим галочку о соглашении, нажимаем «Зарегистрироваться». Регистрация завершена, и нам доступен вход в аккаунт. Заходим в аккаунт. Итак, мы попадаем в личный кабинет. Нажимаем кнопочку «Ваши вклады». И у нас есть выбор оплатить с платежной системы, реинвестировать с баланса. И я положу $100 с Perfect Money. Нажимаем кнопочку «Perfect Money», «Оплатить с платежной системы» и нажимаем кнопочку «Вперед». Далее нас отправляют на оплату Perfect Money. Авторизуете свой платеж, то есть ID пользователя и пароль вашего кошелька Perfect Money. Вводите капчу и нажимаете «Посмотреть платеж». Далее вам придет на email пин-код. Вводите пин-код и нажимаете кнопочку «Продолжить». Выбираете кошелек, с которого произвести оплату, и подтверждение платежа. Все, платеж завершен. Нажимаем «Продолжить», попадаем обратно в «Бизнес-дивиденд». Вот, поздравляем, платеж оформлен успешно. Вот, то есть у нас уже есть вклад $100. Вот даже видите, то, что в статистике новый депозит от меня в размере $100. На данный момент за сутки уже $4500 инвестировано в компанию «Best Dividend». Вот, можете посмотреть информацию по вкладу $100. Вот, детали вклада. Я выберу автор инвестирования и вклада, и прибыли автоматическая, чтобы мне не тратить время каждый день подтверждать реинвестицию. Вот, я для себя так решил, что реинвест на 10 дней для меня будет наиболее выгодным. И нажимаем кнопочку «ОК». Все, дальше можете приглашать партнеров, получать прибыль. Желаю вам пополнить свои кошельки к 23 февраля и 8 марта. Успехов! Действуйте! Связывайтесь со мной по скайпу, проконсультирую, помогу. С вами был Владимир Петровский.